Добрый вечер, я диспетчер, скажем так. Ну, у кого-то может быть вечер, утро, ночь. Или 3 часа ночи. Ночь, 3 часа ночи, одно и то же. Ну, скажем так, приветствие нормальное будет. Всем юхай, с вами Лео, ребят. Сегодня в этой рубрике мы будем искать агро-школьников, которые реально сильно бомбят. И будет ошибка разработчиков, когда они добавят голосовой чат. Потому что голосовой чат... это хаос. А хаос это будет орать микрофон. Но я думаю, все-таки можно будет делать мьют микрофона всем. И это будет реально замечательно. Кайф уши. Ну, я думаю, все-таки, если даже не сделают мьют голосового в чате, я буду, скажем так, в шоке. Но если добавить голосовой чат в стендов, я не знаю, как можно будет мне видео по стендову снимать. Ну, как-то я все-таки смог. Короче, сегодня будем в дуэлях искать агрошкольников, потому что только в дуэлях бывают всякие агрошкольники. Попадались часто. Часто про мать, кстати, не шутят. Вот они шутили. А так запрещено. Все, ребят, погнали! Попытаюсь в нормальном качестве заснять видосик. Какой-то Марик. Ну. Ну, чел, ну. Блин, ну. Я вместе с ним не попадаю. Я стендов очень давно не играл. У меня, кстати, старый телефон, по сути, потому что я знаю это. Слишком долго он возрождается, что-то как-то у него... подлай... у меня 600... какие 600 FPS? 40 FPS? Я про что? Что за за сумма такая? 600 FPS? Ладно. Так, давайте, ребят, все-таки я сейчас подучусь в стендофе. Чуть-чуть. А чел, ну, это что за тактика такая? О! Что? А что у меня с пинбом? А, погоди. Кстати, этот АКР стоит почти 500 тысяч. Да ладно. Запомните это. АКР я словил. Что за... что у меня фигня? Что за фигня? Кто это вообще? Это вообще бронза, я не могу выиграть бронзу. Серьезно? Я в шоке. Ребята, я не могу выиграть бронзу. Я в стендов просто очень давно не играл, ребят. А строго судить то, что... ну, чел, ну... он еще и пинговый. До смерти. Чел, ну давай. И что? Но... я на ножах с профессионалом. Мне не надо тут. Я тайминги на ножах знаю. Я каждого ютубера на ножах выигрываю. Мне не надо тут фигню всякую нести будет потом в комментах, что я нуб какой-то. Я бы проиграл бы сейчас. Ой, блядь. Понятно. Это не Чиназов. Ой, у меня такой фенофал есть, серьезно? Простичался оттуда. Где чё вырыло? Бля, это я агрошкольник. Ладно, не буду агрошкольником, ребят. Давайте сейчас реально сыграем, просто ноузумом. Сука, если я сдохну... нет, я не сдох. Я ничего не буду говорить. С балкона кричать. Все мы знаем такое. Стадовка когда-то в жизни снимал. Что? А, погоди, а как я его забрал? Я, наверное, прострелом его забрал. А там разве работает прострел? Чё? Разъебал! Надоел! Пинговый чел! А у него такой же пинг, 77. А у него пинг не меняется, алло. Я бы сейчас фанта жесткий бы дал. И меня... а, ну у него реально сейчас пинг 100 будет. Ну... пинговый чел. Почему не по региону попадается? Что такое? У тебя под жопой горело!
Ну, я не знаю, у него горит сейчас или нет под жопой. Но жопа у меня горит, когда я умираю. Бывает, в стендов не играю, конечно. Я в месяц уже не играл в стендов. Это читаемо, чел, было. Пушить это читаемо, всегда. Но бы всегда... Вот запомните, ребят, всегда все нубы всегда пушат. Вот что он делает? Что это было? Прям префами стрелял. Понятно. Я не знаю, агрошкольник это или нет, но на его бы месте я бы сильно бомбил. Но если бы играть не умел. Играть-то умею, но просто разучился, скажем так, ребят. Ну... Понятно, короче, не агрошкольник. Очень жалко, ребят. Сейчас посмотрим на его профиль, ребят. Профиль. Понятно, айдиха. Понятно. Если это агрошкольник, я буду очень рад, сильно рад. Ой, почему у меня камера вся залагала? Бывает, он где-то слева 100%. Или справа, слева. Нахуй я скидываю? А, это все равно разминка. Ладно. А мне вантап сможет поставить? Давайте проверим. Слушай, он не... А. Чел сразу испугался меня на разминке и сразу вышел. Эх, неужели я такой страшный? Так, ребят, следующий матч. И у нас тут чел. Он уже в клане. Он уже в клане. И это, о май гад, это Сильвер. А Сильверы, как мы знаем, они очень жесткие. Что? Да, понятно. Чел, ну... А что у него, кстати, за оружие? Яма. Если бы у него сейчас переливалась бы вот эта вот херня, ну, под названием наклейка «Упс», я бы офигел, если она переливалась. Но она так-то для донатеров... Она слишком много стоит, если кто голды знает себе. Дай позже голд... Если дать голды. Чел. Что? Да что, запрет? Ладно. На пулемете я не силен. Я ДГПшник. А зачем тебе голда? Чел. Я просто так голды не раздаю. Чел, ты, ну, подожди. Он префами стреляет? Он префами стреляет. О. А зачем тебе голда? А зачем ему голда? Скажем так. Ребята, зачем ему голда? Ладно, я не буду пушить. Я не такой крысар. На мечту. На мечту. На какую? А на какую мечту? Ну. Но. Сколько надо? Сколько надо голды? Чел, я могу тебе дать. Мне не жалко. Сколько надо? Жаль, у меня нет такое. Сколько? А. Так, фейков главное, чтоб не было. Вот. Наверное, он. Все. Все, ребята, я купил. Я слил голду. Я голдишку слил. Я думал, без кидалова. Все, ребят, я снова здесь. Просто мне сказали, чтобы я кому-то дал голду. Хорошо, я дал голду. Все, человеку я дал голду. Что это было сейчас за преф такой? А что это было, чел-то кто? Чел же бронза, алло.
Вы видели, как он на 360 градусов провернулся? А, у нас пинг вообще одинаковый. Чё? Он на 100% там выходил. О, у меня серьезно такой спас есть, ребят. Я покупал просто новенькие скины, я их еще не тестил. Как они у меня выглядят. Что? О май гад! Хороший хедшотик, слушайте. Со спаса. Так. Тоже новенький скинчик, ребят. То есть я закупаю новенькими скинчики себе в коллекцию. Ну-ка. Я ему хаешкой задамажил? Что? Я ему хаешкой задамажил. Серьезно? Ему 30 хп хаешкой оставил? О май гад, ну как я... Я вантап хочу сейчас поставить. О май гад, это что за преп такой был? Это что такое было? Что за мувик? А. О! Ага! Ребята, чел ливнул. Ага, школьник. Ладно. О, вот это я раздаю. Пацаны. Ой-ой-ой. А ящика сейчас была бы. Интересная. Ой-ой-ой-ой. Я знаю, это было зря. Хорошо. Ой, хорошо. Что я за префы раздаю такие, а? Что я раздаю? Я голды то раздавал, то теперь сейчас плюхи раздаю хорошие. Чел, ну это реально зря было. Это реально зря было. Никогда, ребят, не вставайте на эту позицию, как он. Вообще ни разу не вставайте. Это реально говно позиция с этим оружием для вас будет. С этим тоже, ребят. Его прострелом убил. Чего? Я читер. Ладно, ребят, я без читов играю. Что за фигня происходит? Ну-ка. Что? Что? У него нож... А какой он... Что у него за нож был? У него нож... А... Нож Фэнк Обсидиан. Прикольно, тоже мечтал. Ну, на самом деле, дороже моего ножа прям. Два раза. Блять. Просто в очко залетело. Хорошо, что это урон в голову. А, нет, это не урон в голову был. Что? 100% сейчас ливнет, как всегда. О май гад! Если бы в голову бы попало, вообще бы замечательно было бы. Ой, тихо. Что такое, пацаны? Я с дигла играть не умею. Он зажимает с дигла. Чел, зажимать с дигла. Это правильно. Так нельзя это делать, ребят. И я сейчас накажу ее за то, что он с дигла зажимал. Я его наказал, потому что, ребят, смотрите, с авика я стрелять умею. Ноузумом. Ой, М40. А Бовин, передаю привет, если вообще этот... Ну, вообще, ютуберы не смотрят видео, по факту. Интересно, как он будет играть? Что? От кого-то хаешка была. Надеюсь, без прицела. Что за битва Бовинов? Пацаны, чё, блядь? О май гад. О! Ну ладно, это не хедшот, конечно, но окей. Было прикольно. Он что-то написал? Такой ещё кого-то у меня что-то написалось. Так, на эту позицию вставать не буду. Пролагнуло. Бывает, ребят.
Он в крысу сидит? Нет. Но он сидел в крысу, понятно. Но, если бы он даже и запушил, и сидел бы в крысу, я бы его все равно убил. Крыски. Кто, кстати, крысит всегда, ставьте лайки. Ну или не всегда хотя бы. А, чел хотя бы вантап хочу поставить, вот, смотрите. Почему меня беспокоит сообщениями? Я не понимаю, честно. Уф. Чел, ты кто такой? Слушай. Ты случайно не с Кламси играешь? Что такое, пацаны? Такой чувак, он с Кламси играл. Слушайте. Он, у него пинг нормальный. Это не мое любимое оружие, что я кину сейчас? А я встал, он в ноги стрелял! Чел, я тебе... он мне не в ноги стрелял, он мне между в ног стрелял. Легко будет. Интересно, а как он хедшоты раздает? Прям реально интересно. Проверим. Что? Ладно, может это случайность? Чел играет на лаки. Ладно, может это не лаки, конечно, я не буду осуждать там, обсуждать ничего. Что там было? Чел Кламси, алло! Чел, ребят, Кламси, посмотрите на его пинг. И как он тпхал-то сейчас? Он префом стреляет? Что? Я сейчас префом стреляю. Погоди, реально, может чел... Чел, ты кто такой? Погоди, ну... Я не могу поверить, что он реально без читов. Погоди. Я должен убедиться. А результаты матча я не могу посмотреть. Блин, жалко. Сука, он как будто знал, где я. Он мне 2 хедшота дал. И мне в ногу сейчас попал. Что это было, ребят? Почему я не могу выбрать какого-то нубососика? Что? Если он увидит меня. Тихо, ребят. Он на шифте это прошел. Понятно. 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 А, сейчас у него пинг высокий, а у меня низкий. Где логика стандофа? Слушайте. Чего с пингом? Я знаю. Чел, ну что это такое? Что это такое, чел? Плюхи раздаешь. Что? У меня даже урона не было. Я не скажу, что у меня не зарегало. Что это за тактика? Блять, иди ты нахер, чел. Ой, что сделал? Если он играет с прицелом, я его наказывать буду жестко. Он играет с прицелом, пацаны. Я буду наказывать жестко сейчас. Я наказал! Я наказал этого нубососика! Все, ребят, я наказал его. Он играл без... Ой, он играл без ноутскопов. Что, май гад... Я префами стрелял. Что за фигня с ним творится? Я не могу сказать, что он читер. Он не читер. Просто реально какой-то странный чел. Да ну нахер.
Что это было сейчас? О май гад! Что это за мувик был? Ну не мувик, конечно. О, блин! Фух, я чуть смерть не получил. Вот никогда не обжигайтесь, когда вы выигрываете на молике. Никогда не обжигайтесь, потому что вам это смерть дает. Что за фигня? Я в шоке. Но, ребят, ладно, буду заканчивать, ребят. С вами был Лео. Всем удачи, всем пока, ребят. Подписывайтесь на канал, не забывайте о колокольчике, чтобы не пропускать новые видосики. Они всегда интересные. Ну, не масштабные, а хотя бы, не знаю, стримчики буду запускать там интересные. Когда выйдет обновление стандов, тогда я буду выпускать нормальные видео. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока.